Здравствуйте, я ваш психолог, и я буду рада вам помочь. У нас очень непростая ситуация с ребенком. Хамит, врет, ворует. Мэр наш, вот сволочь, на второй срок хочет идти. Видимо, за 5 лет еще не наворовался. Застройщики надежные. Осталось только поставить вашу подпись. Вот бы в глаза его родителям посмотреть. Я бы уже, наверное, от стыда бы умерла за такого сына. Твою мать, это шутка, что ли, какая? Всерьез. Открывай! 20 лет так не сидели. Чунга-остров, жить на нем легко и просто, жить на нем легко и просто, чунга-чанга. Наши счастья постоянно, жуть кокосы, ешь бананы, жуть кокосы, ешь бананы, чунга-чанга. Мужа моего нашли? В больнице и морге не поступал. И давно ты воровать начал? Если своего снимут, ваши головы сразу после мани полетят. Главное, чтобы не арест с конфискацией. Нам из-за тебя людям в глаза смотреть стыдно. Новый мэр городу нужен. Мне нужны эти выборы! А у вас предположение есть, где в данный момент может находиться Борис Валентинович? Никаких. Абсолютно.